Многие произведения Гладкова являются классикой. Все помнят его музыку к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и многие другие. На песне Григория Васильевича выросло не одно поколение, поэтому читальный зал был заполнен не только детьми, но и пожилыми людьми. Вместе с автором гости вспоминали любимые произведения. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви. Высокие моменты. Сам автор признался, что его любимый фильм «Пластилиновая ворона», а с библиотекой его связывает романтическая история. У меня была первая несчастная любовь, ну как у всех в школе бывали. Вот. И в минуту кризиса у нас формировались банды уже всякие, а я не хотел туда. Я нашел место библиотеки, ходил в читальный зал. И под этим, под абажуром плакал от любилища и читал книги в одиночестве. И плакал, слезы текли, я читал. И за соседним столом встретил такую же несчастную. И мы подружились. А у памятника «Русские ворота» в это время проходила акция «Литературные имена Кубани», посвященная грядущему юбилею Краснодарского края, которому в этом году исполняется 80 лет. В мероприятии приняли участие сотрудники Центральной библиотеки, воспитанники театральной студии «Облака» и мастерской для начинающих писателей «Литера». На встрече прозвучали фрагменты произведений известных кубанских писателей и поэтов. В завершении праздничных мероприятий в Центральной библиотеке для почитателей культуры Кубани состоялась литературная музыкальная гостиная «Кубанские казаки» много лет спустя. Гости узнали много нового и интересного о традициях и обычаях кубанского казачества, послушали стихи и песни о любви к родному городу и краю.